Sangsar sindhu utvarani hidayam jadi sad Sankirtanam ritarase ramate manoschet Premam budhau viharani jadi chitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada told, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока у нас не будет полного самопредания, то до тех пор мы не можем говорить об этой абсолютной истине. Гауди Гошти Пати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, до тех пор, пока вы не предались полностью лотосным стопам чистого гуру Вайшнавов, до тех пор вы не можете говорить об этой абсолютной истине. Вы будете бояться говорить о ней. На самом деле, Махавишну майяя йо сриджати адаха тасаватар ива айам аддвайта ачарья исвараха. Ева айам. Ева mean affirmative. In Sanskrit, when you use Ева, Ева means a stamp already given. На санскрите Ева. That's why it is 100%. На санскрите Ева значит подтверждение, и это подтверждение. В этой шлоке говорится о том, что Адвайта Ачарья, он несомненно Ачарья, он совершенный Ачарья. И на самом деле суть в том, кто говорит, Шрила Прабхупад говорит, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он говорит о том, что Адвайта Ачарья, он лучший из Ачарий. И поэтому мы можем видеть, что все его действия с самого начала, они все делаются ради чистой преданности. Я вынужден сказать вам, что когда явился Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад, то все другие ачарьи, они были затменены его сиянием, его величием. All other common acharyaship was proved to be unauthentic. И вот его, он затмил собой всех других ачарий. Почему? Actually, point is there. Суть в том, что the acharyaship of Bhaktisiddhanta Saraswati is all the time. Что Шрила Прабхупад, он not space or any situation cannot все время divide his acharyaship. His acharyaship is continuous and spontaneous. Шрила Прабхупад был ачарьей во всех областях, во всей своей жизни он был ачарьей. Нельзя было найти ни одного момента, когда он не был бы ачарьей. Он своим примером показывал, что значит ачарья шипа. Ачарьятва, что это значит? Это значит, что если кто-то постоянно всегда занят служением Шри Кришне, то это есть ачарьятва. Это не значит, что кто-то утром служит Кришне, а потом весь день отдыхает. Это не так. И в жизни Шрилы Прабхупады нельзя найти ни секунды, когда бы Шрила Прабхупад отдыхал и не думал о нашем вечном благе. И поэтому говорится, что ачарьятва Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати, она уникальна. И вот Адвайта Гасай явился, и он же был аватарой Махавишна. Вы уже знаете, что Адвайта Ачарья, он Махавишна. Адвайта Ачарья, он Махавишна. А что значит Махавишна? Махавишна значит
It's Mahavishnu. Infinity Brahmando Rasinam. Yashai Kanisheshito Kala Mathavalambo. Yashai Kanisheshito Kala Mathavalambo. Jivanti Loma Vilaja Jagadananata. Vishnur Mahanasa Iho Yasu Kala Vishesho. Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhayami. Mamasan. Authentic. Mahaprabhu giving stamp is authentic. Kavi Karnapur. И вот в этой шлоке говорится, что все вселенные, они покоятся и исходят из Махавишну. Мы можем видеть, что из Махавишну бесчисленные вселенные исходят. И в то время Махавишну поддерживает все. И... А как это видеть? Это, для нас это сложно видеть, поскольку Махавишну бесконечен, а мы ограничены. И как, например, когда вы находитесь внутри чрева своей матери, то вы не можете видеть, как выглядит ваша мать, поскольку вы внутри ее чрева. И также Брахма приводит такой же пример. О, Господь, я подобен ребенку, который находится в чреве матери. Иногда, иногда я могу ударить ногой свою мать, будучи в чреве, но мать, она не обидится на меня. И таким же образом, такое же похожее настроение выражает Брахма. И почему я сказал, что Ачарьятва Адвайта Гасая, она совершенна. Адвайта Гасая был домохозяином, и что из этого? Бхактивинода Тхакур много раз объяснял, кто такой Ачарья. Кто такой Грихастха, Ванапрастха или Саньяси, это не главное. Ачарья, в чем особенность Ачарья, что все 24 часа он занят в служении Шри Кришне и нет никакого промежутка. Он все время совершает Кришна Бхаджан и Махавишну. Откуда исходит Махавишну, я думаю, вы уже слушали. И вот суть в том, Махавишну, вы уже слушали, на Галокадаме есть Чатурвьюха на Галоке. И вот внутри Вриндавана. Я уже сказал вам, что Гаура-лила — это полное объяснение Кришна-лилы, или я могу сказать даже, что это дополнение к Кришна-лиле, как Кришна-бхагаван совершал такую лилу. Обычно люди не могут это понять, даже Парикшит Махарадж. Он Ева also affirmative, nishchitam eva. And actually, apto kama yadupatihi kritavana boy. Boy means Sanskrit, definitely. Krishna doing all wrong, you see. Then Parikshit Sukhdev Goswami giving answer. И вот Парикшит Махарадж спросил насчет лил Шри Кришны. И Сукадев Госвами ответил. Парикшит Махарадж, он от лица всех живых существ, всего человечества, он спросил этот вопрос. И вот когда он спросил у Шукадева Госвами, вы уже знаете, что он ответил. И после этого Шукадев Госвами начал отвечать. И Арджуна. Арджун, он не был глупцом, будьте уверены, Арджун, он не какой-то глупец. Арджун знает все, он спутник Верховного Господа, но все же на какое-то время
Кришна, он поместил его в такое положение, что он был вынужден спрашивать. На самом деле, у Арджуны не могло быть никаких сомнений, он Наранараян. И также у Парикшит Махараджа не может быть никаких сомнений, это только по воле Шри Кришны это случилось, что у них возникли такие вопросы. Шветадвип, он тоже Галока, и снаружи Галоки можно найти четыре вьюхи. Васудев, Санкаршан, Прадьюмна и Анирудха. И оттуда можно найти вторую четвёрвьюху на Вайкунтхе. И из той четвёрвьюхи, но не забудьте, что Баладев, который присутствует в лилах Шри Кришны как старший брат, он Мул Санкаршан, изначальный Санкаршан. But outside there is Chaturbhuja, there is another Sankarshan, as Mahasankarshan. Но там есть еще другой Санкаршан, он зовется Махасанкаршаном. И на Вайкунте есть другая четырьюха, где другой Санкаршан. Там можно найти Карнарнава Шая Махавишну. Это первое проявление. Второе – Гарбхуда Кашая Вишну. И третье проявление – он как Параматма пребывает в сердце каждого. Он зовется Кширда Кашая Вишну. И вот Кширда Кашая Вишну, он пребывает в каждом сердце как Параматма. На самом деле, если говорить правду, мы уже все имеем Кришну внутри нашего сердца, но чтобы это осознать, нужно совершать баджаны. И вот суть в том, что Карнарнава Шай Махавишну И какая же? And a cause and effect you already study in science. So actually, Mahavishnu actually looking at Maya. И когда Махавишну он бросает свой взгляд на Майю. Махавишну он трансцендентен, а Майя она не может иметь никакой прямой связи с Махавишну, но все же. У них есть связь, прямо или косвенно, можно найти, как они соприкасаются. И в Упанишадах говорится эта шлока, что «я один, я хочу проявить себя во много экспансий». И вот когда Господь он захотел творить дальше, поскольку это творение и разрушение происходит с незапамятных времен. И вот Махавишну смотрит на Майю. И вот когда Махавишну он смотрит на Майю, то из его глаз исходит какие-то лучи. When look, one kind of light beam coming and falling into the womb of Maya. That by light beam, I can explain someday. Вот, it is called Dadas Aditya Linga. Эти лучи света, исходящие из его глаз, они зовутся Двадаш Адитья Лингами. И таким образом он. Follow. Bhagavan Sri Krishna in Gita speaking very clearly. Он дает начало этого творения. И Бхагаван Шри Кришна говорит вот эту шлоку, что под моим началом Майя, она дает рождение разным видам живых существ, разные виды живых существ,
Они все исходят из Майи и согласно своим прошлым действиям. Every 5 minutes or 2 minutes you have to save. Otherwise, if electric gone, then all you have to save. How the time works? You are doing, you have to save. Press save button. Ну, подобно тому, если мы делаем что-то на каком-то компьютере, если внезапно выключат свет, то мы должны предусмотреть это и сохранить нашу работу. И также души, они сотворяют свою, собственную судьбу, и кого же обвинять? Мы не можем обвинять Шри Кришну в своей собственной карме, поскольку все живые существа, они получают по своим заслугам, и нет никого виноватого в этом, кроме их самих. И вот это творение, когда Махавишну, я уже сказал, и вот Адвайтачарья, он Махавишна. Но Махавишну и Адвайта Гасай, они не отличны друг от друга, но все же Адвайта Гасай, он взял на себя определенные обязанности, а Махавишну, изначально Махавишну, он зовется Нимиттикарм, такая изначальная причина. И материя упадан на санскрите. Как из чего сотворить этот материальный мир? Нужны какая-то материя, из чего это творить? И Махавишну, он дает эту возможность творения. Адвайта Гасай, он садашив. Садашив дама, она, это Вайкунтха дама. Садашив дама, это Вайкунтха дама, и на самом деле это Деви дама. И вот если мы будем продвигаться, возвышаться на все более высшие планеты, то нам попадется Махакалапур по дороге. Вот там Арджуна, он хотел совершить самоубийство, поскольку он пообещал кому-то защитить какого-то ребенка, и он не смог защитить, и он уже из-за того, что не смог выполнить свой обет, Арджуна, он захотел совершить самоубийство. Но тут Кришна к нему пришел, и они пошли вместе, и там было очень темно, и Кришна вызвал Сударшана чакру. Да, Сударшана чакра, она помогла им пройти, и они достигли безличного сияния Брахмана, которое было подобно бесконечному свету, но этот свет был подобен лунному свету. Он был охлаждающий, не жгущий, как лучи солнца. И после этого они достигли можно достичь Садашива дамы. И с этой Садашива дамы там можно найти Шива Махараджа на Кайласе. И на Кайласе тот Шива исходит из Садашивы. А тот Садашив, когда мы хотим предложить воду, кому же мы предлагаем воду Садашиве? И вот мы не можем оскорблять Шива Махараджа, он великий ачарья. Когда бы вы не изучали
если вы изучаете какие-то духовные книги, Упанишады, Веды, Веданты, я имею в виду авторитетные писания. Иногда мы видим, что там говорится, что Нарада Вача, Нарада говорит, или Шива Увача. Если мы будем изучать священные писания, то можно найти там два великих ачарья Бхакти, это Нарада и Шива. И поэтому мы не можем ничего плохого о них сказать. И я вот знаю одного Вайшнава, он очень мягкосердечный, но по воле случая он работает в полиции, начальником полиции, и вынужден ходить в этой полицейской форме. Внешне можно видеть, что он выглядит как полицейский, но на самом деле он просто вынужден работать полицейским и вести себя соответственно. И вот тень Садашивы можем найти там, подобно тому, как Йогамая, она присутствует на Вайкунте, и ее тень, она зовется Дурга здесь. И вот Дурга, она поддерживает все, но она подобно тени. И вот изначально, то есть, чтобы была тень, эта тень, она должна исходить из чего-то. И вот эта Йогамая, она изначально, а Дурга, она подобна тени, это Йогамая. Однажды Шри Кришна, он захотел совершить Расалилу. Йогамая Упасрита, в этой штуке говорится, что тот, кто самоудовлетворен, но он все же хочет явить какую-то лилу, и эта Йогамая, она способствует, она организует все для этой лилы. Now question can be there in classy way. Садашив он тоже помогает в осуществлении этой лилы. И можно видеть, что в материальном мире так много материи, а откуда это творение, оно все исходит. Можно найти Махататву. Махататва значит возможность. Махататва значит. Это возможность чего-то творить, а Махавишна, он предоставляет возможность творения и все материалы для этого. И вот Махавишну снизошел в этот материальный мир, чтобы спасти бесчисленное число душ. В начале всего мы... Махарадж говорит, что не будет рассказывать, как он родился, женился и прочее. Будет говорить о его онтологическом аспекте, о его учении, о его сиддханте, о его жизни. И я хочу сказать, Махарадж хочет рассказать, в чем доказательство того, что Адвайта Гасай, он лучший из ачарий. Из Ваю Пураны можно найти эту шлоку. И вот в Ваю Пуране говорится, что находится в авторитетных священных писаниях,
если вы найдете кого-либо, кто все принципы священных писаний он проявил в своей жизни, он следует всему этому, он есть ачарья. Он настоящий ачарья. To install bhakti inside your heart. I already told that day, Krishna Shakti Vina Nahi Bhakti Pavartan. I told you, na? In Chaitanya Charitamrita, Vaitam Siddhanta, Krishna говорится, Shakti Vina Nahi Bhakti Pavartan. Anybody and everybody can go to preaching field and make nonsense. Что не каждый может проповедовать. Настоящая проповедь. То есть говорится о том, какие качества должны быть у настоящего проповедника. И в то же самое время Таттвачарья, Джива Госвами Пад. That Jiva Goswami Pad speaking, you can find two kind of speakers. Jiva Goswami Pad говорит, что есть два вида тех, кто говорит, дают наставления. Те, кто только говорят. Two kind of acharya you can find. One only can speak. Only they can speak. Первые, они только говорят, но не делают того, что говорят. Первые, они только говорят, а вторые... Они... In Kirtan you can find не говорят, а делают то, что описывается в писаниях, они воплощают принципы писаний в своей жизни. It's famous Kirtan. Antare bahire shama vyavahar amani manado habo. Inside what is there and same speech coming. What is not there inside my heart, what I cannot feel myself, I have no right to speak that. What I myself not cannot feel out of my own bhajan by the mercy of Guru Dev and Guru Bhargava, what I cannot feel. Махараджи говорит, то есть он, что мы не можем говорить о том, что мы не осознали своим сердцем. То есть если мы будем говорить о вещах, которые мы не поняли, то это не будет иметь влияния на других. Because all you can find in applied form in his own life. Another speaker, he has no desire. Only he like to deliver you. Only thousands of, you know, countless jivatma there. They are suffering. Rontidev got siddhi. I can come to this point, not today. It's very important. Rontidev got siddhi. Already successful in his bhajan. Вот Махарадж приводит пример с Рунтидевом, он был успешен в своем баджане, и полубоги, которые проверяли его, он выдержал все их испытания с помощью своего баджана, и потом он начал молиться Верховному Господу, что «О, Господь, Ты сейчас хочешь благословить меня, но я хочу получить особое благословение, благослови меня, что я могу принять на себя страдания всех живых существ. Я готов страдать вместо них, и а Ты освободи их». И Господь, когда услышал эту молитву, Он...
И вот смотрите, сердце чистого Вайшнава, оно очень возвышено, и далеко не каждый может понять его, как в случае с Нарисимхадевой. Когда Нарисимхадев явился, Прахлад Махараджа, он спросил у Прахлада, что же он хочет. А Прахлад сказал, что мне нужно, ты даровал мне свой даршан, мне больше ничего не нужно. А Нарисимха спросил, о Прахлад, я хочу благословить тебя и проси любое благословение. To give honor to his speech, I mean, Nishingadev, what he is speaking, you take something. Прахлад Махарадж сказал, хорошо, если ты хочешь благословить меня, то что? То Прахлад Махарадж, он сказал, вот эти слова. Прахлад Махарадж сказал, о Господь, если ты хочешь благословить меня, я хочу, чтобы получить такое благословение, что никаких желаний не было в моем сердце. И это мое желание. И Нарисимхадев засмеялся, настолько умен. И перед Нарисимхадевой Прахлад Махарадж сказал эти слова. Я ничего не хочу, но если ты хочешь что-то дать, дай мне такое благословение, чтобы у меня не было желания. Таким образом, и далеко не каждый может понять сердце Адвайта Гасая, оно очень мягко, оно больно. I can speak about his how he took birth, father, mother, education, everything. But today I don't like to discuss someday. И сегодня я буду обсуждать его учение, как он родился, женился, это в следующий раз. И Адвайта Гасай, он явился в этом материальном мире, чтобы спасти нас всех. To save us all. Simply. No interest, nothing. Адвайта Гасай, он день и ночь повторял, читал Бхагаватам, объяснял Бхагавадгиту с точки зрения чистой преданности. И здесь, в Майяпуре, рядом с Йогапитхом, у него был дом, и другой дом в Шантипуре. Шантипур – это такое место, где все против бхакти. Даже сейчас нельзя найти ничего такого надежного там. Я вот сегодня там был. Многие люди, может, могли слышать, что я там говорил, они могут слышать, но далеко не все готовы принять и применить это в своей жизни. И вот в Айупуране говорится, что Ачарья, настоящий успешный Ачарья, это тот, кто своим собственным примером, характером, он может впечатлить своим примером, вдохновить других следовать, утвердить таким образом бхакти в сердцах других живых существ. И Джива Госвамипад поэтому говорит, что есть два вида тех, кто дает наставления. Одни только говорят, но сами они не следуют тому, что говорят. И их сердце, оно полно разных материальных желаний. То есть такие люди, они стремятся к славе, почету, уважению, деньгам. А настоящий вайшнав, он абсолютно не заинтересован в таком положении вещей, поскольку чистый вайшнав говорит, что его учение, его харикатха не для того, чтобы получить какую-то славу и имя. Харикатха чистых вайшнавов, они говорят ее для удовлетворения гурварги. I speaking, but not following myself. This kind of thing you cannot speak.
So this way actually, all the time, и вот все время one speaker, he is having no interest. Как, например, если no trace of interest, no smell of interest, того, кто говорит only speaking Harikatha, Харикатху, for the satisfaction of Supreme Lord, он, если он говорит Харикатху для удовлетворения Верховного Господа, и у него нет никаких желаний. Есть другие, кто говорят только для того, чтобы получить имя, славу, богатство и прочее. Побочные вещи. И Джива Госвами Пад дает нам очень строгое наставление, что мы не должны допускать на Вьясасану таких людей. Because if you give, поскольку если мы позволим таким людям быть на Ясасане, то те, кто слушают, они падут, и те, кто они, то есть они те, кто слушают таких не авторитетных учителей, они отправятся в ад, и эти учителя тоже. В Падмапуране можно найти много свидетельств этому. Что те, кто говорят и кто совершенный вайшнав? Вайшнави патишта, татакараништа, тахана курили, рабивараура, овад, who is вайшнав? Gives up. Конока камини, патишта вагини, чария чеджаре, сейша вайшнав. We will have to hear Харикатха from that kind of вайшнав. Мы должны слушать Харикатху от настоящих вайшнавов, иначе в любой момент мы можем пасть. But then Харикатха is contaminated. В Падмапуране приводится такой пример, что подобно тому, как молоко – это идеальная пища, она совершенна. И питаясь молоком, можно получить все. Но если… If milk is pure, if you drink, if you have capacity to digest, you can recover your health. But if you don't know, milk was there. Молоко очень полезно для здоровья, но если вдруг какая-то змея, она проползала мимо этого молока и выпила какую-то часть, и мы, если не заметив этого, потом допьем это молоко за змеей, то мы, скорее всего, умрем. А почему? Поскольку змея прикоснулась к этому молоку, и молоко стало отравленным. И таким образом Харикатха, она, несомненно, чиста, если она сказано чистым вайшнавам, Харикатха, она всегда чиста. Но если она только исходит от чистого вайшнава, но я не говорю, что мы должны прекратить Харикатху. Нет, у вас есть право говорить Харикатху и слушать, поскольку это ваша садан-анга, это часть вашей саданы. He can speak Harikatha because this is one kind of bhajan mode. It's sadhan bhakti. This is one kind of sadhan bhakti. Это один из видов садхана бхакти. There is no upper, none upper, nothing. Pure Harikatha. Pure Vaishnava. From pure Vaishnava you can expect pure Harikatha. Если мы слушаем Харикатху от чистого Вайшнава, то это очень благоприятно. That is one kind of what you mean? Sadhananga. But pure Vaishnava when speaking Harikatha, it is not Sadhananga. Follow my point. Чистый Вайшнав, когда он говорит Харикатху, это для него не Садхананга. That is
Not sadhananga, it is sadhya. Это для него садья. И через эту харикатху он может видеть Гурангу Махапрабху, и то, что он говорит о Верховном Господе, он может ясно видеть это. И это не, для него это садья. Садья значит цель, то, что мы получим через Сангиртану. Понимаете? И Джива Госвами Пад, он дает нам такое наставление, что мы не позволяли быть на Вьясасане таким нечистым с этим лектором. But with desire we have the right to do sankirtan. Nobody can stop because through sankirtan we can go up someday. That's right. Actually, Advaita Gosai. И Адвайта Гасай, он здесь в своем ашраме, он постоянно говорил о Гите, о Бхагаватам, о Упанишадах все время. И вы знаете уже, что здесь старший брат Гуранги Махапрабху Вишварупа, он был привлечен Адвайта Гасаем, и все время Адвайта Гасай говорил харикатху, и Вишварупа, он ходил на его харикатху. И вот день за днем он был привлечен его харикатху и день за днем ходил слушать, и в итоге он принял саньясу и оставил дом. И таким образом много обусловленных душ в то время они получили бхакти по милости Адвайта Гасая. Он был совершенным ачарьей, и Бхактивинода Такур, он говорит, что не столь важно, кто-то грихастха, ванапрастха или саньяс, или саньяси, это не важно. Вы же знаете в жизни Шрилы Бхактивинода Такура, как это было возможно. Я думаю, что Бхактивинода Такур, смотрите, он был губернатором, и все время и в свободное от работы время он писал прекрасные киртаны. И Бхактивинода Такур не терял ни секунды. Я удивляюсь, как это возможно было для Бхактивинода Такура писать очень простым и понятным, доходчивым языком. Неважно, на бенгали, на санскрите, на хинди, или на урду, или еще на каком-то. Смотрите, он писал 150 лет назад, но даже сейчас, читая его, мы можем легко понять, настолько это все просто, ясно и доходчиво написано. И как это было возможно для него? У него было много детей, много работы, всяких различных обязанностей. И поскольку одна жена, была одна жена, она умерла, потом он был вынужден жениться второй раз, поскольку кто будет заботиться о его детях. И вот потом, и это, таким образом Бхактивинода Такур был занят все время Кришна Севой, в уме или физически, все время. Даже когда спал, я видел в жизни моего Гуру Падмы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа ночью, когда не было служения. Я дежурил ночью в его комнате и видел, что ночью он тоже повторяет, вроде спит, но языком он повторял харинам. Даже когда он был в состоянии комы, то тоже мы наблюдали, что он постоянно повторяет харинам, и медсестры спрашивали, что случилось. Почему он что-то повторяет постоянно? Мы сказали, что он харинам повторяет. И эти медсестры были очень удивлены. И вот Адвайта Гасай, он все время, он хотел спасти нас всех, и та причина, по которой Адвайта Гасай явился, он начал совершать баджан на берегу Ганги с шалограмами.
у него был Шалаграм, и он сам Садашива. И он брал Туласи и предлагал воду Ганги и листья Туласи с Чанданы. И он взывал к Шри Кришне, чтобы он явился. Он... И так, таким образом, он непрерывно совершал баджан на берегу Ганги. И Адвайта Гасай, он смог понять, что те люди, они не примут бхакти полностью, это невозможно для них. И, а если Верховный Господь явится, то тогда это будет возможно. И он просил Господа явиться, чтобы спасти всех. Пустынная душ. И Адвайта Гасай, он вспомнил одну шлоку с Гаутамия Тантра. Вот эту шлоку. И вот Адвайта Гасай внезапно вспомнил эту шлоку, и он понял, что это путь, и я начну. Туласи дал, значит, если вы будете предлагать Туласи, вот, значит, Туласи дал манджари с двумя листьями Туласи с Чандана. Если мы от всего сердца будем предлагать их Шри Кришне, то Шри Кришна, он продаст себя нам. Это такое обещание Кришны. Кришна говорит, что если кто-то мне совсем чистосердечно будет предлагать Туласи с Чандана и с Гангой, я продамся ему. И вот он так совершал свой баджан на берегу Ганги и взывал к Кришне, чтобы он явился. И после этого Кришна был вынужден явиться. Кришна, он был вынужден явился, Кришна не мог не явиться, если какой-то преданный, настоящий преданный зовет Шри Кришну, то Кришна, он не может не явиться. Кришна, он будет вынужден прийти. И так Кришна, и так, таков Шри Кришна, но не все могут осознать его величие, его качество. И вот однажды он понял, что Господь явится. И тем временем вы уже слышали историю о Харидас Такура. Харидас Такур, он был избит на 22 базарных площадях. Он был очень жестоко избит мусульманами там. И почему? Потому что он повторил харинам. Ему говорили, что ты мусульманин, и зачем ты повторяешь харинам? А Харидас Такур говорил, что если вы разрубите меня на куски, я все равно не оставлю харинам. Ну, они начали его бить этими палками или розгами. И обычно, если человека били на одну или двух базарных площадях, он умирал, а Харидас Такур, он не умирал. Они подумали, что он умер, и выкинули его тело в Гангу, и Харидас Такур, он доплыл до Шантипура, он встретился с Адвайта Гасаем, и так или иначе, он встретился с Адвайтой Гасаем, и... Адвайта Гасай понял, что он, Харидас Такур, он великий преданный, и после этого он начал помогать Харидас Такуру в его баджане. Харидас баджан, он начал свой баджан в Фули. Но перед этим Харидас Такур, он жил с Адвайта Гасаем какое-то время, и он видел, что Харидас Такур, он повторяет Трилака Харинама непрерывно. И сейчас я хочу сказать о том, что
любая негативная ситуация, какая бы ни происходила, она не могла побеспокоить Адвайта Гасая. Много раз я говорил о том, что Шрила Прабхупад сказал, что если весь мир будет против меня, не просто каких-то несколько человек, а если весь мир будет против меня, то я не прекращу говорить об абсолютной истине. И это обязанность чистого вайшнава дать вам какое-то лекарство. И Джагнат Дас Бабаджи Махарадж, он удивляется, что те чистые вайшнавы, они всегда они говорят, может быть, жестко, либо... то есть, если какие-то вайшнавы говорят жестко, то... какие-то жесткие слова, то некоторые люди считают таких чистых вайшнавов своими врагами из-за их жестких слов. Шрила Прабхупад, он говорил, что мы... что если сердце обусловленных душ, они могут быть очень тверды, и мы должны с помощью динамита Харикатхи открыть их сердца. И в Писаниях также описывается, что наше сердце может быть покрыто различными покрытиями. И чтобы открыть наше сердце, нужно... и то есть наше сердце может оскверниться различными видами осквернения. И Шрила Прабхупад говорит, что мы динамитом Харикатхи мы должны... открыть, очистить сердца обусловленных душ, чтобы изменить их. И вот Шрила Прабхупад говорил, что я... что я, находясь под сенью лотосных стоп моего садгуру, я буду говорить об абсолютной истине, и кто же посмеет остановить меня? И вот Адвайта Гасай может найти такую сиддханту о Шриле Прабхупаде. Адвайта Гасай, он никогда не боялся говорить ни о чем. И вот Адвайта Гасай, он организовал прасад для Харидас Такура, чтобы он каждый день принимал прасад. И вот он сказал, зачем же ты меня кормишь каждый день, поскольку я мусульманин, млечха, и все общество будет критиковать тебя, и поэтому, пожалуйста, прекрати кормить меня. И Адвайта Гасай сказал, нет, я не прекращу, пускай они меня критикуют. И Харидас Такур, он таким образом получал просад каждый день от Адвайта Гасая. И таким образом, однажды, отец Адвайта Гасая, кто его отец? Ну, он как Махавишну, но Махавишну нет отца. Но так или иначе, в этой лиле его отец Кувера, и мать Набхадеви ее звали. И однажды отец умер. И обязанность великого ачарья поддерживать свою жизнь таким образом, чтобы никто не мог найти никакой ошибки. И Чайтанья Махапрабху, когда его отец ушел из этого мира, то Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю, чтобы предложить поминальное подношение. Разве это нужно было бы им для него? Нет, а чтобы, для того, чтобы не нарушать принципы Варнашрама Мадхарма, он это сделал. Варнашрама Мадхарма очень-очень долгая тема. И
И вот мы не должны нарушать правила Варнашрама Дхармы, которые основаны самим Шри Кришной. Но будьте уверены, что Варнашрама Дхарма, она не... Это не конец. И надеюсь, когда у нас будет время, я могу более подробно рассказать о Рай Рамананда Самвате и прочем. И вот Варнашрама Дхарма это не конец, но все же Варнашрама Дхарма это начало только, это основа. И мы, когда мы получим бхакти, мы должны превзойти эту Варнашрама Дхарму и возвышаться дальше. Но прямо сейчас у нас нет права не следовать Варнашраму Дхарме. Смотрите, сам Махапрабху, сам Верховный Господь, он отправился в Гаю, чтобы показать, каким правилам и предписаниям мы должны следовать. Адвайта Гасай все организовал на Шрадх по своему отцу, поскольку его отец умер. Но на самом деле с помощью Санкиртаны все... Все можно сделать. А Адвайта Гасай он следовал традициям, поскольку он был ачарьей, поскольку если он бы не проводил шрадху, то никто другой, видя его пример, они не стали бы ее проводить. И Бхактивинода Тхакур он дает правильное объяснение, что те чистые преданные, которые живут в жизнью домах хозяина, у них нет никаких обязанностей следовать тому, что описывается Смарта Шастра. Все же Шила Бхактивинода Тхакур говорит, что у них нет интереса и нет уважение к таким смарта-шастрам, но все же они следуют шрадхи и прочему. Бхактивинода Тхакур говорит, что у них нет уважения к таким правилам, но чтобы выразить почтение этим. То есть, чтобы не нарушать устоявшуюся общественную систему Варнашрама и прочего, они следуют этому. It is not one kind of karma kanda for you. Но для них это не карма канда, поскольку они вынуждены это делать, но без какого-то интереса они делают эти какие-то кармические вещи. Это эти вещи они не могут осквернить нашего сердца. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур научным образом объясняет все эти вещи. И тогда, когда отец Адвайта Гасай умер, Адвайта Гасай организовал шрадхи по нему, и на этот шрадхи в Шантипур пришли сотни браманов в Кармаканде. Адвайта Гасай пригласил всех, они все пришли, чтобы принять прасад, и там, когда все браманы, когда шрадху закончился, то правило такое шастра, что вы должны эту шрадхапатру, эту емкость остатками подношения этого шрадха нужно поднести чистому браману. Я Адвайта Гасай взял его и эту емкость с плодами, с прасадом с шрадхи и предложил это Харидас Такуру. И Харидас Тхакур, он сказал, что не нужно так делать, что он недостоин принять такое подношение. И Адвайта Гасай, он сказал вот эти слова на бенгали, что они значат. Почему вы боитесь? А почему ты боишься? Я следую Писанию и делаю в полном соответствии то, что описывается в Писаниях, поэтому не беспокойся, принимай. Поскольку если ты примешь прасад, то я получу
благо больше, чем кораблиние тысячи миллионов браманов. Я знаю, какой ты великий преданный. Ты день и ночь повторяешь святые имена, три лакха святых имен. Это не шутки. И даже проститутки, которые приходят к тебе, их сердце меняется под твоим влиянием. Если вы придете к чистому преданному, то вы увидите, что вся скверна, которая была в вашем сердце, она уничтожится. Если вы придете к какому-то великому преданному, ему даже не надо говорить харикатху, просто те, кто видит его, соприкасаются как-то с ним, то они очищают своим присутствием, как, например, Шрила Прабхупада, он когда шел на какие-то собрания, то просто своим величием, своим влиянием он уже очищал сердца людей. И вот однажды царь Раджа Махиндачандра, он пригласил Шрила Прабхупада на свое собрание, и Шрила Прабхупад, когда приехал, он только 5 минут смог говорить, и местные браманы начали возмущаться, чтобы Шрила Прабхупад замолчал. И вот Шрила Прабхупад жил 3 дня у него. Три дня у него в гостях, но он не выпил ни капли воды. И какая же философия исследует из этого? Шрила Прабхупада сказал, что если вы не готовы ничего принять от меня, то я не приму никаких пожертвований, никакой еды от вас. Свои пожертвования вы заберите себе. Принятие какие-то пожертвования от кого-то, это значит, мы должны отплатить за это, мы должны совершать баджан и отдать результатами этого баджана. А в шастре говорится, что те, кто берут пранами и не приносят никакого блага людям, их руки сгорят в огне. Вы не знаете, это очень опасно принимать пранами от кого-то. Кришна все организует для вас. Вы должны верить. Но так или иначе, на день явления Шрилы Прабхупады, это будет 24 числа, по-моему, в этом году. И вот сегодня Адвайта Гасай сказал, что не нужно ни о чем беспокоиться. Я следую Писаниям. Then, и там Адвайта Гасай, он дал эту Шрадапатру с прасадом от Шрадха Харидас Такуру, и все брамани начали возмущаться. Они начали кричать, что мы даже минуту не будем здесь находиться. Мы браманы, а ты нарушаешь все правила и предписания. Адвайта Гасай, он what to do? You are breaking rules. We are not going to take prasadam. Not even 1 second we are not going to stay. И те браманы сказали, что ты нарушил правила, и мы все уходим отсюда. И вот они встали, и все группы ушли. И потом Адвайта Гасай сказал, что если вы думаете, что это не Махапрасад, то это обязанность Махапрасада благословить вас или наказать. Я не буду с вами спорить. То, что я предложил Шри Кришне, Шри Читания Махапрабху сказала, что это Махапрасад, то, что было предложено Кришне. И Адвайта Гасай сказал, что я не буду с вами всеми спорить. И если это Махапрасад, то то есть он и вас накажет. Но просьба к вам. А я могу вам дать не предложенные вещи, рис, дал, сабжи и прочее, вы можете приготовить сами для себя и поесть. И вот они взяли все эти хогу, ну эти непредложенные рис, дал, сабжи. И вот они считали себя чистыми браманами и сказали, что мы сами приготовим и предложим и съедим.
и после этого что случилось? И вот они ходили, искали огонь, чтобы все это приготовить, а в то время огонь он не зажигался просто спичками, а огонь было тяжело добыть. Его зажигали, когда то потом в каких-то светильниках хранили, а в то время был сильный шторм, сильным ураганом, и они обошли четыре деревни близлежащих и нигде не нашли огня, поскольку ветер все задул. И они думали, что же делать. И все эти брахманы собрались и подумали, что, наверное, мы совершили оскорбление лотосным стопам Адвайты. Весь день мы даже огня не смогли найти. И вот вечером и вот вечером они пришли опять к Адвайта Гасаю, попросили прощения, что, возможно, мы совершили какое-то оскорбление и просим простить нас, если остался какой-то просад. Давайте мы его дойдем. И Адвайта сказал, что вот есть холодный просад, то приносимо его дайдиме. Вот Адвайта Гасаю угостил их тем просадом, который остался с утра. И вот смотрите, насколько велика решимость была у Адвайта Гасаю, поскольку сейчас, если какое-то общество выступает против нас, то многие меняют свою позицию сразу же. Адвайта Гасай, он не был таким, и чистый вайшнава, если вы даже убьете его, он никогда не оставит своего мнения. И это один из признаков чистой преданности. И вот Адвайта Гасай, он начал танцевать, и Харидас Такур спросил, почему же ты танцуешь сегодня? И Адвайта Гасай, он сказал, о, Харидас Такур, я думаю, что-то случилось, и Харидас Такур, он понял, что нечто особое случилось, и потом впоследствии он узнал, что Шачинанда Гауранга Махапрабху явился в тот день, и Адвайта Гасай, он послал кого? Ситу Такурани, она олицетворение Юга Майя с всеми подарками. И она села на паланкин и поехала в Майяпур, чтобы предложить все подарки Шачинандану Гуру Хари. И Ситу Такурани... Адвайта Гасай узнал, что Сита, она узнала его, она сказала, что Кришна, сам Кришна явился, но только он поменял цвет тела. И Адвайта Гасай, он ждал в тот день, когда Господь может явить себя полностью, понимаете? И хотя в Харинама Санкиртан она была начата, то есть читание Махапрабху с самого начала, когда он только родился, он начал плакать, и все гопи, они повторили Хари Кришна, Хари Бол, и он переставал плакать, и а когда они переставали повторять святые имена, то он опять начинал плакать. И тогда они поняли, что если они будут повторять Харинам, то этот ребенок, он перестанет плакать. И поэтому говорится, что с самого рождения, с самого явления Гауранги Махапрабху, он начал намаз Санкиртан Ягью. И а полностью он проявил себя в Шива Сангане, он сидел на троне Нарайны и явил форму Верховного Господа.
then Sivas Prabhu Abhishek bring, and there somebody bringing milk, и вот они совершали ему Абхишеку, кто-то принес молоко, фрукты, и все это предлагали Господу. И он все это принимал. И в то время Адвайта Гасайя сказал, что это если это мой Господь, он должен сам позвать меня, я не пойду. Пускай он позовет меня, и тогда я пойму, кто он на самом деле. И вот Махапрабху сказал, что Нара не может поверить мне, и позовите его. Нара. Что значит Нара? Нара. Нара – это тот, кто своим зовом он был вынужден прийти. То есть, Нара буквально тот, кто... Ну, тот, кто призвал Господа в этот мир. И вот брат Сивас Пандита, он пошел к Адвайта Гасаю и сказал, что Господь зовет его. И Адвайта Гасай, когда пришел к Махапрабху, он благословил его полностью. И так он получил всю милость Махапрабху. Адвайта Гасай, сам Махавишну, он получил милость Гуранги. Смотрите, преданность Адвайта Гасай, она уникальна. Однажды Адвайта Гасай, он принял решение, что Махапрабху, он Верховный Господь, но он думает обо мне как о Гуру. Прабху, он всегда относится ко мне как к Гуру. Когда Махапрабху явился здесь, то Адвайта Гасаю было уже 52 года. Внешне, то есть Махавишну, он вечен, но он, его материальному телу уже было 52 с чем-то года, когда явился только Махапрабху. Но всю жизнь Адвайта Гасай, он старший преданный был, и он был ачарья, и Махапрабху, его старший брат, не только Махапрабху и его старший брат, а все, они уважали его. Адвайта Ачарья, он был очень могуществен. И однажды царь Пурушоттам Дамы, он был на крыше, я... И он спросил своего Гурудева Кашимишу и Сарвабхаума Бхаттачарья, кто там, кто проходит. Он Адвайта Гасай, он сияет, какое могущественное сияние исходит из него, он подобен солнцу, он Адвайта Гасай. Я слышал его имя, но сейчас я вижу его вживую, а рядом с ним кто? Аватхут Нитьянанда. И вот, смотрите, по могуществу Адвайта Гасая, его характер, его ачаран, его поведение, все были привлечены им и приходили к нему. А что о Шри Чайтанья Махапрабху? Когда Шри Чайтанья Махапрабху, он явил себя как преданный, как бхакта. Шавакти бьо чудям, нижа бхаджана мудрам, упадишам, сачайтам якиме, унарати вишварья спати падам, you know? So, to give us exact lesson, и вот, чтобы дать нам пример, всю вашу жизнь вы делаете какие-то вещи, и... А что нужно делать? Нужно следовать Гуру и Вайшнавам. Поскольку если вы потеряете время своей жизни, вы потеряете все. Наша жизнь очень коротка, и мы должны начать баджан совершать совершенным образом. И Сарвабхаума Бхаттачарья также говорит, и Рупа Госвами. И вот сейчас Шри Чайтанья Махапрабху, его первое Шри Чайтанья Махапрабху, он явил себя как чистый преданный, и Махапрабху, он всегда
относился к Адвайте как к своему гуру, и Адвайта Гасай не мог этого потерпеть. Он мой Господь. Но он относится ко мне как к гуру, и я хочу найти такую возможность, чтобы Господь вынужден был меня наказать. И что же делать? И Адвайта Гасай, он говорил о чистой преданности, о бхакти-татве. И однажды Адвайта Гасай, он подумал, что если он будет говорить о гьяне, то Махапрабху впоследствии узнал, что он говорит о гьяне, что гьяна она наивысшая. И, а почему? Чтобы получить наказание от Махапрабху, и он отправился в Шантипур и начал прославлять знания гьяну, и Махапрабху разгневался, и вместе с Нитянандой они пошли в Баблари, это место Адвайтапад. Они переплыли Гангу, и они пришли в дом Адвайта Гасая, и Адвайта испугался их внешнего вида. И Махапрабху спросил, он о гьяна или бхакти, что выше. И он сказал, что гьяна, и Махапрабху он ударил Адвайта Гасаю, и Сита Деви начала плакать, что мой пожилой муж, он умрет, перестань его бить. И после этого Адвайта Гасай, он был очень радостен, что наконец-то Махапрабху, он наказал его, и я достиг своей цели. Я наказан Махапрабху. И после этого они приняли прасад в его доме. И Адвайта Гасай, он практически каждый день, каждый год, даже больше Махапрабху, когда он принял саньясу. И когда Махапрабху принял саньяс, когда он принял саньяс в Катве, и после этого Махапрабху он стал подобен сумасшедшему. Те, кто принимают саньяс, они... Их умонастроение меняется, и в день перед принятием саньясы Шрила Прабхупада он очень глубоко размышлял, и он пошел принять омовение в Ганге, и потом он принял саньяс от фотографии своего Гурудева, как Рамануджачарья, и вот Шрила Прабхупада с многими преданными. Они пошли на Гангу, и в моей жизни Шрила Прабхупада, он наивысший духовный герой. Шрила Прабхупада, он наивысший, он ярчайший пример. Он подобен какому-то, был подобен какому-то генералу, и все преданные шли за ним, и Шрила Прабхупада говорил о Нароттама саньясе и Дхир саньясе. Это два вида саньяса, Нароттама саньяса и Дхир саньяса. Что значит? Что это значит? Шрила Прабхупада объяснял, и потом он от фотографии Шрила Гуру Кешава Даса Бхакти Махараджа он принял саньясу. И когда Махапрабху принял саньясу, и Prabhu cannot say anything. Always speaking Vrindavan. It's right sannyas. И как, и вот, когда он принял, Махапрабху принял саньясу, он везде видел Вриндаван. И я вчера забыл сказать, что Вишну Приядеви, она лучше из всех саньяси. И как-то возможно из Гиты доказательства я могу привести, что значит саньяса.
То есть просто одежда – это не саньяса. Махапрабху уже дал полное определение, что значит саньяса. Ближе к гуру Пурнима я объясню это более подробно. И вот, когда Махапрабху принял саньясу, он отправился во Вриндаван, и Нитьянанда подумал, что же делать, я не могу остановить его, как остановить его. Then Prabhu giving lesson to all small boys, those are playing, playing in fields. И Нитьянанда Прабху сказал каким-то деревенским мальчикам по дороге, чтобы они сказали, если вдруг кто-то будет проходить и спрашивать, где Вриндаван, чтобы они показали вот туда, в обратную сторону. И потом Махапрабху, когда дошел до них, спросил, где же Вриндаван, и эти мальчики показали ему дорогу в обратном направлении. И вот таким образом Махапрабху пошел по ней и достиг Шантипура. И Acharya, how you know I am in Vrindavan? Have you come so quickly? И Махапрабху спросил, о, Адвайта Ачарья, как ты так быстро пришел во Вриндаван? А Адвайта Ачарья сказал, что я очень удачный, что вижу тебя в Навадвипадхаме. И потом Махапрабху понял, что Нитьянанда обманул его, я собирался принять омовение в Ямуне. А Адвайта Гасай сказал, что да, правильно, ты сейчас в Ямуне принял омовение. Нет, это Ганга. Поскольку та сторона – это Ганга, а эта сторона – Ямуна, поэтому Гасай все правильно сказал. Они не отличны, и Вриндаван не отличен от Навадвипы, и поэтому все, все правильно, никто тебя не обманул. И после этого они пошли в дом Адвайты Гасая, и там он постился около 7 дней, и там Адвайта Гасай, он начал танцевать от радости, что сам Верховный Господь, он пришел в его дом, и он позвал свою слугу, чтобы он быстро... Mother's crying, you come, Nimai coming, Nimai where? Actually is Advaita part, you come, send me. Быстро съездили за Шачимата. И вот Шачимата, когда она приехала туда, она в течение недели готовила для Махапрабху, который принял саньяс, и там так совершали санкиртану. И Адвайта Гасай, он звал Верховного Господа, и по милости Адвайта Гасая мы можем получить милость Гауранги Махапрабху. Он Садашива. И в то же самое время мы должны помнить, что когда санкиртан происходит везде, и в то время однажды Адвайта Гасай, он написал И что же он написал? То, что это было на Бенгали в Читании Чайтамрите, говорилось о том, что Махапрабху, он пришел в этот мир, наводнил его божественной любовью, и сейчас он может уходить. И вот на Бенгали говорится, что я в дальнейшем могу обсудить эту шлоку. И вот, когда это дали, эту шлоку дали Махапрабху, Махапрабху, он прочитал ее и начал смеяться, и сказал, то, что там написано.
Адвайта, он великий священник, он мог призвать Господа, и сейчас он может его отпустить, как Сарасвати Пуджа, они как бы призывают Сарасвати, а когда праздник кончается, они до Сарасвати выкидывают в Гангу. И Махапрабху также сказал, что это один из признаков, что сейчас не пора уходить. Я только Адвайта Гасай написал это, и Махапрабху, когда он прочел, он понял. И Адвайта Гасай, он отправил, был во множестве мест паломничества. И он туда ходил не для того, чтобы получить даршан этих мест паломничества. Как в Бхагаватам описывается о Видури Махараджи, что Юдиштхира говорит о нем. О, Господь, ваши лотосные стопы, они уже великое место паломничества, и вы идете в паломничество по священным местам. Зачем это такая шутка? И вот Юдхиштхира говорит Видуре, что ты сам святое место, и зачем вы туда идете, а для того, чтобы очистить те места паломничества. Иногда те, кто совершают грехи, они приходят в святые места, поднимают омовение, там находятся какое-то время, и эти тиртхи нужно периодически заряжать. И кто их заряжает? Только чистые преданные. И также все тиртхи так со временем теряют свою чистоту. А когда чистые преданные приходят туда, они приходят не для того, чтобы очиститься. А, не для того, что, из-за их присутствия тиртхи, святые места, они освещаются и заряжаются так. И вот Адвайта Гасай, когда вернулся, он попал во Вриндаван. И после этого Адвайта Гасай, он пошел дальше, и однажды он отдыхал в каком-то из 12 лесов. Однажды Кришна явился к нему во сне и дал указание о вставай, моя Виграха, Маданамахан, Виграхан, здесь находится Бхадаш, где два дыша, один тетила, и в то время было выбрано Адвайта Гасай, и Махапрабху дал наставление. И он попросил его, чтобы он организовал для него место. И как он называется? Два дыша, один тетила. И тогда, когда Кришна спрыгнул Кришна, когда он сражался с Калиянагом, то Кришна вошел в Адаш Адитья Тила, и Бог Солнца в 12 ипостасях, 12 формах, оно начало двигаться, чтобы служить Шри Кришне, и там под землей было обнаружено божество. И Адвайта Гасай, он плакал, он a gigantic way, very nice way. After that, he was bound to engage one Brahman, very Vaishnav nice. You worship, I am going to different forest and I can come back. In the meantime, Advaita Gosai gone, and that priest
И вот там заняли какого-то священника в поклонении. И этот священник следующий день послал сообщение Адвайта Гасаи, что божества куда-то делись. И Адвайта Гасаи узнал, что действительно Виграхи нету. Как вот только что был передо мной, сейчас уж куда-то пропал. Это Мадана Махана. И что же делать дальше? И после этого что случилось? Адвайта Гасаи начал поститься, что ты явил себя мне. И сейчас, как это возможно, что ты ушел, пропал? Ты, о, Господь, ты должен ответить, иначе я оставлю свое тело. И вот без воды, без еды он постился день и ночь. И Кришна был вынужден явиться к нему во сне и сказать: «Нет, я не ушел, ты можешь». И он сказал ему, что поскольку напали мусульмане, и Мадна Гопала, он спрятался внутри стебля. И я видел это божество Мадана Махана однажды, около 20 лет назад. Actually, Mahaprabhu came in dream. That place is key. You see, а то место, где Махапрабху явился Адвайта Гасаи во сне, Адвайта Пат назовется мы. Сегодня тоже туда приходим, кланяемся, обходим парикраму. И после этого я слышал, что Прабху опять из Никунджаван. Direct Vithakasukhi ported photo of Krishna. That photo of the Jodhisa got from that forest. Follow what I say. This way actually we are lucky. Actually, and also if you do research is not possible actually. Our Sampradaya has some direct link with Advaita Prabhu. И наша сампрадая, она имеет прямую связь с Адвайтой Прабху. Я в своих книгах около 10 лет назад я писал об этом. Мадхава Гаудия Сампрадая, у нас есть прямая связь. И как кто-то может заявлять, что у нас нет связи с Мадхавачари? И как можно сказать, что у нас нет Гуру Парампара? Я уже доказал это. И and all with the letter of Prabhupada also, Prabhupada wrote Advaita Gosai in which stream, and after that from whom he took, this way we got information we are from Advaita Gosai link. Мы все происходим из его сампрадаи. И Адвайта Гасаи, когда он, когда Господь пришел с Вриндавана в гору Даму, то в то время Адвайта Гасаи, он встретился с Видьяпати. Вы слышали имя Видьяпати? Он один из великих писателей Расататва. И Махапрабху в последнее время он one is Brahma Sangita, another is Krishna Karnamrita. Whole day and night, Mahaprabhu getting the test. So you see, they are so lucky. И вот смотрите, насколько неудачливы Видьяпати, Чандидас, and Vidyapati, and that Vidyapati mean that Vidyapati I told. Vidyapati это другой, который Джайдев. Джайдев Госвами. Джайдев Госвами и Чандидас. All day and night Prabhu getting test. Sarup Gosai singing. Сваруп Гасаи пел, Рай Рамананда, он давал сиданту, а Господь, он слушал, и его сердце, которое горело в разлуке, оно успокаивалось. И сейчас, когда он пришел назад, случайно он встретился с этим Видьяпати, Адвайта Гасаи был,
очень рад, он танцевал от радости, что он великий, такой великий поэт, как он написал эту Расататву, понимаете? И после этого, по милости Адвайта Гасая, у нас есть возможность изучать Писание, то, что написал Видьяпати. Там часто сокровенные вещи говорят, поэтому далеко не все могут их изучать. И вот Адвайта Гасая вернулся назад, и по милости Верховного Господа он получил общение с Мадхавендрой Пурипадом. Мадхавендра Пурипад, он пришел в дом Адвайта Ачарья в Шантипуре. И Адвайта Гасай, он был настолько счастлив, он обнял его лотосные стопы, потому что он пришел, чтобы благословить его. И он принял посвящение от кого? От Мадхавендры Пурипада. Мадхавендра Пурипад благословил его, и по настроению Мадхавендры Пурипада он был вынужден войти в семейную жизнь. Нисинга Бхадури is a father-in-law of Адвайта Гасай. Нисинга Бхадури, very powerful man, has two daughters. One is Сита Деви, another is Sri. И там было две дочери, одна Сита Деви, другая Шри. И Адвайта Гасай, он и он взял один урок у Шанта-ачарьи, который знал Веды, Веданты, Упанишады. Он был очень удивлен, видя настолько разумен Адвайта Гасай. Однажды он один раз повторил какую-то главу из Вед, то Адвайта Ачарья Махавишну он все запомнил, и все общество вынуждено было дать ему титул Ачарьи. И после этого Адвайта Гасай начал эту лилу, и впоследствии он принял посвящение от Мадхавендры Пурипада, и тогда, и тогда его лила, она больше раскрылась нам. А Адвайта Гасай, у него есть роль в расе, но я не могу говорить о ней сейчас, когда-нибудь, возможно, позже. Слушайте Харикатху день за днем, если какая-то сиддханта вы не понимаете, можете спросить у меня. И сейчас Махавишну Джагаткарта. И по милости Адвайта Гасая мы получаем вкус чистой преданности. И так много вещей я вынужден сказать, но на сегодня все. Если какие-то вопросы, спрашивайте. Any Siddhanta? What? Question. What question? Maharaj, you said that by the mercy of Advaita Acharya, like many became Siddha, and you mentioned Vishwarupa. Многие стали совершенными, подобно тому, как Вишварупа. А кто еще достиг совершенства, и какие-то садхаки? И вот хороший вопрос. Смотрите, в то время это была особая милость, особый случай, когда Махапрабху ходил куда-то, собаки и кошки, мимо проходящие, они получили милость тоже. Но опять же, это другая милость. А если ваш взгляд подтвержден Сиддхантой, и вот смотрите, как Кардама Риши, когда он сам Верховный Господь явился в его доме, то он, почему он решил уйти в лес? Зачем? Поскольку, смотрите, прямое чувство или косвенное, вот эти протакция вашими
органами чувств вы можете что-то видеть. Паракша значит не прямо. Например, кто-то стучит, вы его вроде не видите, но по голосу вы можете определить, что какой-то конкретный человек пришел. Это парака, значит, вы как бы его еще не видите, но подозреваете. И третий даршан из-за своей силы ваджана вы можете осознать и принять какие-то возвышенные истины. Это прямое осознание. И вот чтобы получить то прямое осознание, Кардамариши, он вынужден принять саньяс, иначе он не был бы, он, не, как сказать, не дурак, чтобы уходить из дома, когда сам Верховный Господь явился в его доме. И вот, чтобы получить такое прямое осознание, он был вынужден принять саньяс и оставить свой дом, в котором явился Верховный Господь, и много такой сокровенной татвы, и вы должны совершать баджан, чтобы возвыситься, и такое осознание оно явится вам. Верховный Господь, Гуру Вайшнава, они пошлют вам такое прямое осознание, но вы должны быть искренне и серьезны, и никакого лицемерия не должно быть в ваших сердцах. Следующий вопрос. Still you didn't give an example, said many became siddha by the mercy of Advaita Acharya. So Vishwaroop is already. Вопрос, многие стали совершенными по милости Адвайта Ачарьи. Вот кто именно, кроме Вишварупа? What you speak? Actually, when Mahaprabhu expressed. Когда Махапрабху явился Сварупу, многие люди видели его. И это особая милость его была, когда Махапрабху шел через лес, даже тигры, шакалы, львы, они тоже милость получали. Это редкий случай, даже смотрите, Чапал и Гопал, они никак не могли получить милость, но Махапрабху настолько милостив, что благословил и их, а Нитянанда Баларама. Он настолько милостив, даже когда... Кто-то боролся с ним. Даже вот в случае с Дурьотханой, например. Он даже... И пролил свою милость на него. Смотрите, там, где нет Гуранги, там свою милость может пролить Нитянанда или Адвайта. Мы знаем, что Махапрабху – это Махапрабху, но без Нитянанды кто такой Махапрабху? Еще какие-то вопросы? Вопрос про саньяс. Это прямое чувство может проявиться по милости Верховного Господа. Гуранга Махапрабху уже сказал в Варанаси перед Майваде. Махапрабху спросил, что же за мантру дал мне Гурудев, из-за которой я сошел с ума. Главное, результат саньяса, не просто принять саньясу и гордиться чем-то. Any question you have? Any other question? No? Okay. Don't worry. Then I'm going here. When I speak, after that, when I put question, actually, the prasadi mala or? Prasadi? Is prasadi or not? Not prasadi. Then mala you can give to Krishna. Follow what I say. Yeah, yeah, yeah. I can honor because she is bringing, but you can give to Krishna. I become very happy. Yes, actually, I am also enjoying. When you give to Krishna. Ah, yes.